Приветствую вас, зрители, с вами новый выпуск программы «Охота рыбачить». И тема сегодняшнего выпуска – незаконная ловля рыбы, или, проще говоря, народным языком, браконьерство. И сегодня мы общаемся с начальником терротдела Росрыболовства по Республике Коми Носовым Леонидом Генриховичем. Леонид Генрихович, расскажите нашим зрителям, какие орудия незаконной ловли, как правило, выбирают у нас в регионе браконьеры? Что это, сети или электричество, или что-то еще? Добрый день, уважаемые телезрители. Ну, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что в Республике Коми очень много распространено орудий незаконного лова водных биоресурсов, то есть рыбы нашей, да, это такие орудия лова, как, естественно, сети, это сплавные сети, не вода, вот, различные виды блесенных орудий лова, перетяги, самоловы. Также зачастую встречается лов рыбы электротока. Историческая справка. Первые жалобы на уменьшение запасов рыбы появились в России уже в начале 19 века. В ответ на это была сформирована особая императорская комиссия, которая стала заниматься научным исследованием российского рыболовства. В ходе своей работы комиссии удалось выявить, что во многих регионах России не соблюдаются законы о сохранении рыбы. Поэтому до конца 19 века начинает интенсивно развиваться законодательство об охране рыбных запасов. Однако принятые постановления не решили проблему борьбы с рыбным браконьерством. А в дальнейшем развал Советского Союза с последующим экономическим кризисом в стране привел к еще большему увеличению объема незаконной рыбной ловли. Кстати, слово «браконьерство» пришло к нам из французского языка и означает «незаконную охоту или рыбную ловлю». И таким образом нарушение законодательства об охране окружающей среды. Не так давно наша программа с вашими инспекторами и сотрудниками милиции участвовала в рейде, и в ходе этого рейда был задержан теплоход «Бурун», предположительно занимавшийся вот как раз-таки незаконной ловлей рыбы посредством электрического тока. Пожалуйста, прокомментируйте эту ситуацию. Да, действительно, в ходе рейда такой факт имел место. То есть теплоход был задержан. Мы предполагаем, что люди, находившиеся на этом теплоходе, занимались именно ловом рыбы электротоком. Но пока это утверждать никто не может. Материалы дела переданы в следственные органы. Проводится проверка по данному факту. И если будет решение или выводы следственных органов о том, что действительно эти люди занимались ловом рыбы электротоком, то, соответственно, к ним будут приняты меры в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Электричество. А почему нельзя его использовать при ловле рыбы? Почему это ведет к уголовной ответственности? Ну, во-первых, воздействие электричества на рыбу, оно само по себе очень губительное. И те люди, которые занимаются ловом рыбы именно с помощью электротока, это люди, которые не задумываются о том, что в дальнейшем происходит с рыбой, да, от воздействия электротока. То есть рыба в большинстве случаев, естественно, погибает от сильного воздействия электротока. Но та рыба, которая остается жить, которая все-таки выживает после воздействия электротока, она отходит, она теряет свои половые качества, то есть она перестает нереститься. Тем самым люди, используя электроток, они наносят ущерб водным биоресурсам в дальнейшем. Это, естественно, какая-то их сиюминутная выгода. Это небольшое количество рыбы, которое они вылавливают с помощью электротока. Но в дальнейшем это отражается на поголовье рыб. Как вы понимаете, что рыба перестает нереститься и, соответственно, снижается поголовье рыб. На самом деле рыба, попадая в поле постоянного тока, пытается активно из него выйти. Если это поле недостаточно сильно, они из него спокойно выходят. Если поле очень сильное, то они сразу погибают. Остается третий вариант, когда ток не маленький и небольшой. Тут-то и проявляется так называемая анодная реакция. Рыба активно начинает двигаться, как в туннеле к аноду. Но когда она бедная подплывает ближе, электрическое поле становится довольно сильным, и рыба усыпает. Если сравнивать смертность вылупившихся из икры мальков, полученных от самок, которые испытали на себе воздействие электротоком, то она окажется на 12% выше по сравнению с обычной молодью. Смертность развивающейся икры выше на 27%.
У некоторых икринных самок при вскрытии обнаруживают разорванные внутренние органы. И в целом у рыбы наблюдается снижение икры и способности к размножению после ее отлова электротоком. У самцов известны также случаи преждевременного выпуска молок. Естественно, после этого самцы не могут эффективно участвовать в нересте. Перейдем теперь к травмам тела рыб. Это и переломы позвоночника, и смещение позвонков. Причина этого заключается в том, что под воздействием тока происходит резкое сокращение околопозвонковых мышц, которое и приводит к травматическим последствиям. Поэтому многие кривые и горбатые рыбы в наших водоемах – результат не каких-то генетических мутаций, а это бедняги, убежавшие с электрического стула. Надеюсь, теперь все понятно. Выводы, я думаю, вы сделаете сами. Ну а вот насчет сетей, наверное, самое излюбленное, самое распространенное орудие незаконной ловли рыбы – это сети. Расскажите поподробнее вот об этом виде. Ну, я думаю, о сетях очень подробно рассказывать не стоит, потому что все рыбаки, кто у нас занимается рыбной ловлей, они, наверное, знакомы с этим оружием лова и наверняка не понаслышке. Вот, в последнюю нашу встречу с вашей программой, да, мы говорили о том, что отделом по республике Коми было изъято из наших водоемов республики 6 тысяч квадратных километров сетей. Вот, на сегодняшний день эта цифра уже гораздо больше. За вот эти полтора месяца эта цифра уже 25 квадратных километров. Ничего себе. То есть за полтора месяца мы практически 20 квадратных километров сетей сняли с наших водоемов. Это только еще наверняка на то, что вы увидели, вам удалось и сняли, а сколько еще их раскидно, это вообще нереальная сумма. Это, наверное, такой в летний период, да, естественно, оно такое вот, активность это большая. Массово это бывает, конечно, в летний период. Это регулярные рейды или как-то, может, по наводке вы работаете, или как вообще проводится эта вот профилактика, скажем так, и изъятие этих сетей? Ну, это систематическая работа инспекторов, которые регулярно выезжают на водоемы республики. То есть это рейды и вблизи города Сыктывкара, и вблизи, там, скажем, населенных пунктов каких-то, в Усть-Сыльме, Ижма, Печора. Вот. Могу сказать, что в предыдущие выходные был рейд на реке Вынь, вот, в ходе которого задержано 5 нарушителей, один из которых поймал 4 экземпляра семги. Вот, это особо охраняемые ценные виды. Вот. Нарушитель привлечен к административной ответственности, он заплатил ущерб. Наверняка нашим зрителям будет интересно, какова сумма штрафа за 4 экземпляра семги. Ну, если касаемо данного случая, то человек заплатил 14 тысяч. Учтите, браконьеры. Ну а если вас этот пример не впечатлил, то вот выдержка из Уголовного кодекса. Статья 256. Незаконная добыча водных животных и растений с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ электротока, либо иных способов массового истребления указанных водных животных и растений, наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Леонид Генрихович, все-таки хотелось бы закончить на положительной какой-то нотке. Вот сама рыба – это все-таки живой продукт, в отличие от газа, нефти. Это продукт самовоспроизводящийся, скажем так, самовосполняющийся. Какая-то оказывается поддержка вот по этому вопросу? Ну, вы очень правильно заметили, что рыба – это ресурс, который восстанавливаем, скажем, да, в отличие от газа и от нефти. Вот. В этом направлении, естественно, отделом Росрыболовства ведется активная работа, и на сегодняшний день в этом году уже в республике выпущено свыше 1 000 000 штук малька в реки нашей республики. Вот. Малек выпускается за счет компенсационных средств предприятий, которые наносят определенный ущерб нашим водоемам. Это предприятия нефтяного газового комплекса. Это предприятия лесного комплекса, которые работают на территории республики. Ну и часть малька выпущена за счет спонсорских средств. А
Сегодня мы отъехали не так далеко от города, всего лишь на 13-14 километров. Мы находимся на берегу живописного озера Еляты. И сегодня мы проверим в действии вобли радиусами, а также протестируем электромотор для надувной лодки, который сейчас, собственно говоря, мы уже надуваем. И мы отправимся в небольшое плавание за небольшой, но, конечно, желательно крупной рыбой. Андрей, смотрю, вот ты уже все сделал, все подсоединил. Скажи мне, а почему мы сегодня выбрали именно электромотор? Ну, во-первых, потому что он абсолютно бесшумный. У электромотора все элементы, они пластиковые, поэтому он достаточно легкий. Во-вторых, он как элемент питания использует щелочные батареи. Они сейчас достаточно в большом ассортименте продаются в магазинах, и их очень легко достать. Очень быстро заряжается. Андрей, скажи, а какую скорость он развивает максимальную? Ну, скорость его достаточно небольшая. Скорость можно сравнить примерно пеший шаг по берегу взрослого человека. Но это километр 3 в час. Ну, согласен, да. То есть это 3-5 километров в час. Такого электродвигателя достаточно выше, чем у двигателя внутреннего сгорания. То есть вот этот достаточно маленький двигатель может тянуть вес примерно в 600 килограмм. Ух, ничего себе. А вот, Андрей, еще такой просто, я обратил внимание, винт такой своеобразный, интересный, чем это обусловлено? Это связано с тем, что конструкция данного винта разработана так, что растительность, которую немало на этом озере, она просто, ну, не будет наматываться здесь, она не будет путать. Да. А вот сам винт, я смотрю, он как бы изготовлен из пластмассы, наверняка это создает какие-то проблемы, трудности. Вот с нижней части винт защищен триммером. Триммер, он сам металлический, в принципе, выдерживает удары. Вот. А сам винт при поломке, в принципе, он, у него достаточно небольшая стоимость, его достаточно легко приобрести в магазине. Ну и заменить, соответственно. То есть, в принципе, сам винт недорог, то есть каждый рыбак может с собой про запас на рыбалку взять еще один. Понятно? Это надо делать всегда. Шампанского не хватает. Не лодка, а царский трон. Сейчас мы увидим электромотор в действии. Я, может быть, еще немножечко посижу, поотдыхаю. Включаем электромотор на первую скорость. Шума никакого нет, очень тихо, это достаточно важно на рыбалке. Ну и не только на рыбалке, в принципе, этим электромотором успешно могут пользоваться и охотники. Включаем электромотор на вторую, третью, четвертую. В принципе, скорость адекватно набирается и очень быстро двигаемся для электромотора. Да, все достаточно тихо, приятно, никакого лишнего шума. У нас есть с собой навигатор, и, в принципе, можно отследить, какую скорость набирает электромотор на пятой скорости. Нужно заметить то, что, ну, вот как мы посмотрели по навигатору, скорость достаточно большая. Это все-таки благодаря тому, что здесь нет никакого течения, это озеро. Ну, это достаточно приятно двигаться на такой скорости, на электромоторе. Использование такого электромотора в условиях водоема просто восхитительно. Тихо, экономично, выгодно. Поэтому всем рыбакам мы советовали все-таки приглядеться к такому аппарату.